Bitirebildin mi çizimini? Biraz daha bakmam lazım gözlerine. Bakmadan olmaz mı? Asla olmaz. Orada huzurlu değil benim kızım. Bu süreci daha kolay atlatabilmen için bir şey düşündüm. İki tane melek gelecek dünyamıza. Ben artık böyle bir hayatımız olsun istemiyorum. Herkes gibi yaşamak istiyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Сможет ли Бэрон защитить Дилана? Каким будет предложение Сабихи Дилане? Попытаются ли Азади Ханем и Хасан Демир убить всю свою семью? Чем Ферат удивил Гюля? Произойдет ли выкидыш у детей Цеврии? Сможет ли Сабиха сорвать план Джавахира? Какие новости Бэрон получает по телефону? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы не хотите, чтобы кровная месть началась снова, чтобы господин Сеет был убит или чтобы пострадали дети Цеврии, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Дилан очень боится реакции Гэжи, Азади и Хасана. Бэрон делает все возможное, чтобы успокоить ее и защитить ее семью, чтобы они не пострадали. Поскольку Хасан и госпожа Азади поняли, что не могут причинить вред Дилану, они предприняли действия, чтобы навредить семье Дилана. Хоть Баран и может защитить Дилана, он не сможет защитить семью Демир. Госпожа Сабиха не может сопротивляться своим материнским инстинктам и очень переживает за Дилана. У него есть план забрать Дилана из особняка, потому что он нашел его несчастным в последний раз, когда приходил туда. В этом плане госпожа Сабиха предложит показать Дилану кое-что о вашей матери, если вы пойдете куда-нибудь со мной. Когда Дилан захочет получить на это разрешение от Барана, госпожа Сабиха спросит Барана, но Баран определенно не отправит Дилана наедине с Гэжой Сабихой. Когда она говорит «позволь мне тоже прийти», предложение Гэжи Сабихи все равно будет в силе, потому что она захочет, чтобы ее дочь была перед ней, хотя бы ненадолго. По заданию Гэжи Азади Хасан Сеет совершает набег на дом Бея. И Хасан, который не знал, что Баран поставил там охрану, пожалеет об этом. Потому что эта работа будет более сложной в оценке. Когда господин Сеет увидит Хасана у своей двери, он возьмет пистолет и сразится с Хасаном вместе с охранниками Брана. Из-за этого конфликта господин Сеет может быть застрелен, а у детей Цеврии может случиться выкидыш. Я думаю, что господин Сеет умрет, и у малышей Цеврии будут большие проблемы. Цеврии, которая не может встать с постели, чтобы не навредить малышам, будет очень за них волноваться. Он очень обеспокоен тем, что они с Фератом Гюлем до сих пор не могут жить жизнью мужа и жены. Чтобы хоть немного осчастливить Гюль, он удивит ее чудесным ужином у моря. В этом эпизоде мы станем свидетелями наполненных любовью сцен Ферата и Гюля. Сабиха пытается выкопать колодец Джавахира. Однако, поскольку Джавахир – человек, у которого руки повсюду, эта работа будет немного сложной. Однако у Гэжи Сабихи не так много времени, чтобы покупать акции у Ферата. По этой причине госпожа Сабиха, которая понимает, что ей не удастся уловить чувства Ферата, будет вести очень опасные игры. Он узнает о поставке Хасана и воспользуется своей слабостью, чтобы испортить эту работу через Хасана. Думаю, горе Хасану, когда Джавахир узнает, что с доставкой возникла проблема. С другой стороны, благодаря предложению Гэжи Сабихи Баран может узнать, в чем самая большая слабость Джавахира и чего он на самом деле добивается. Телефон звонит, пока Дилан разговаривает с Бэрон, которая очень рада быть тетей и говорит им, что боится любого вреда, который может им причинить точка «давайте теперь жить как нормальные люди, я не хочу переживать такие неприятности». Звонят люди Барана и сообщают, что на дом Сеет Бея совершено нападение. Когда Дилан услышит эту новость, он очень испугается и захочет немедленно отправиться туда. Баран сообщит об этом своему отцу и Джихану и возьмет с собой Дилана, чтобы совершить набег на это место, но будет слишком поздно.
На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.